Ну что тут можно сделать? Можно выйти на синий, да, но синего подбоя нет. Синего подбоя труднее, потому что там розовый. С розового, надо с розового подбивать верхним винтом, и может получиться все, да. А оказывается, даже так. Тут и без подбоя пока есть шар. Так, ну еще там нижний. Вот смотрю в интернете, сейчас Нил Робертсон жалуется, что нет у него с собой PlayStation 4, которую он очень любит. Да и к тому же с интернетом проблемы. Ну, вот это, конечно, неудобство. Эх, не забил Грэм Черный. Но он даже извинился, потому что его ошибка не привела никаким печальным последствиям. Ну, если забивал, не получалось продолжение. Нужна, ну а Джо Юилуну две. Посмотрим, кто точнее окажется в этих маневрах. Грамотный удар, Джоу. Ну, вроде Дот должен на дальнем красном отыгрываться. Именно на дальнем. Ну, а такой удар приведет к тому, что тут сейчас осложнения пойдут. Может быть, надеется Дот на то, что в этих осложнениях переиграет он юного оппонента. Поэтому и пошел на такой удар, оставил биток у левой лузы. Сложная позиция, да, сложная. А Таро справа красного, вот через правый борт может отыграться Джоу. Ну, с попыткой забить, наверное, так. С попыткой забить красный в правую среднюю, выход на черный получается. Если промах, то просто неплохой отыгрыш. Трудно сказать, есть ли игра в левую среднюю. Вроде есть. Вроде эта пара не мешает такой атаке. Азартный удар провел Джоу. Ошибся. Будь чуть правее биток. Такого удара не было, но не точен. Не точен был Джоу. И Дот в новой атаке. Пока он еще позади. Но несколько ударов и выйдет вперед Грэм. Что у других? Джейми Джонс 4-2 ведет с Кеном Дуэрти. Янь Бинтао 3-1 с Барри Пинчесом. Ну и 3-1 у Криса Вейкелина с Джо О'Коннором. Тут уже на синий можно выходить. Нет. Потише удар.
Хотя и отсюда синий можно играть. Нет, все-таки коричневый, еще выход на дальний красный. Забил все-таки Грэм, но угол-то такой, что с выходом будут проблемы. Тут единственный выход на левую среднюю, на зеленый или на коричневый. Надо было чуть подальше от борта оставлять биток. Но там не точность была в ударе, вообще еле-еле упал коричневый. Пошел все-таки на сильный удар дот. Это сложный был элемент игры. И сыграл отлично. Сделал выход, оторвал биток от борта. Ну, все сделал четко. Ну и теперь переход красным на ближней половине. Поскольку розовый вне игры, значит, на черный надо будет идти. Черный неплохо расположен. Уже впереди Грэм, но пока только на 9 очков. Но позиция. А черного нет. Он прикрылся. Очень расстроен дот. И что, играть такой синий? Наверное, с милости не занимать Грэму доту, хватит ли точности? Да, замечательный удар. Так, ну еще там нижний. Через дальний борт выход на красное с синего. Нижний. Там нижний. Еще там нижний. Ну еще там нижний. Ну еще там нижний. Так, 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 ну еще там. Так, ну еще там нижний. Через дальний борт выход на красное с синего. Эх, нет, вот здесь это уже серьезная ошибка. Тут уже серия прерывается. Более того, сам себе сделал снукер Грэм Дот. 19 очков перевес Грэма Дота в этом фрейме, но он создал себе большие проблемы. Надо попасть, это раз, и надо не отдать красный шар. Очень трудная задача. Удар на удачу, удача есть. Хотя вот на среднюю. По-моему, играется шар в среднюю. А это сильно. Нет, тоже нет черного. Но тут уж. Хотя нет, такой можно играть, черный, можно. Ну и что будет дальше? Ну, может один из двух красных играться после этого удара. Ну, посмотрим, удастся ли забить. Черный-то непростой. Так, черный в лузе. Ну и левый красный, только желтый создает помехи. Ой, со спайдером такой не сыграть шар. А знаете что? А надо играть правый красный. Без реста, без всего. Правый красный. Ну что? Ну резко такая же, как на черном, не труднее.
момент перерезал. Ну что ж, вот при перевесе Грэма Дотта в 13 очков, при 43 на столе, концовка фрейма. Не выйдет ли на среднюю красный? Вышел. Вышел, но второй красный в трудной позиции. Так что немножко подтянется Джоу Юйлун к Дотту. Но, конечно, тут какой-то клиренс провести. Тут просто, ну, не то что невозможно, но чрезвычайно сложно. Отсюда играется черный, но выхода нет. Надо брать шар. Брать 7 очков. Ой-ой-ой-ой-ой. Но это отсутствие концентрации. Считал, что, ну, поскольку там выхода нет, ну ладно, забью черный, там как-то отыграюсь. Ну, а вот получилось... Грэм тут же поставил снукер. Да, очень серьезную ошибку допустил Джоу Юйлун на черном. Ошибку такую, ну, это отсутствие игровой дисциплины вот в этом эпизоде было, потому что не постарался, не постарался. Так, ну, вроде ничего, этот удар еще оставляет шансы. Дальний красный с борта у Дотта, ну, если забьет браво, но забить-то трудно такой шар. Я думаю, тут в такой ситуации даже имеет право на существование другое решение, играть по правой стороне, отыгрываться. Нет, Грэм все-таки атаковал. И это привело к тому, что есть возможность хорошей, уверенной атаки у Джоу Юйлуна. Ну что здесь из проблем? Розовый? Розовый у борта. One. Синего на желтый. Ну, подбой от черного борта розового тут не получается. Черный на пути. Так что это просто выход на желтый. Ну, может быть, несколько сильно, а может быть и нормально. Потому что через черный борт на зеленый выход есть. Есть, есть хороший выход. А вот тут вот, почему так внимательно следит Джоу. Не знаю, есть ли сейчас попадание в розовый. Вот если чуть раньше бы остановился белый, такой вариант был. Подбой розового, и биток остается на коричневой. Но здесь это не получалось, так что просто выход на коричневый сделал Джоу. Хороший выход. Ну а теперь что, на нижнем винте выход на синий. Нет, верхним сыграл через два борта. Все-таки синего подбоя тут нет. Но что получается? Получается, что можно выйти на дабл. На дабл в левую среднюю. Нет, с такого угла дабл не сыграть. 8 очков перевес Джоу Юйлуна. Ему-то один шар дает победу. Грэму Дотту бы нужны шары, но черный неплохо расположен. Пока удар Джоу. Как он отыграется? Ну, вообще, какие-то даже тут надежды есть на то, что можно биток за черный поставить. Ну, а розовый от двух бортов на дальний короткий борт идет. Так, ну, такой удар вроде есть.
Вот попытка такая и была, но биток по-другому пошел. Ну ничего, конечно, тут резко есть, но очень тонкая, очень сложная. Ай, Дот, молодец, какой шар забил. Но выхода на черный нету. И вот на черном будет решаться, хотя нет, играется черный шар. Пока я говорил, катился биток и резко есть, да, сложный удар, но уж не сложнее розового. Матчбол играет Грэм Дот. Да, шар забит, Грэм Дот выигрывает. Но Джо Юилу наставил очень хорошее впечатление. Ему пожелаем хорошего сезона, побед. Ну а Грэм Дот продолжает борьбу на этом турнире. Ну что у нас дальше? Возможно, что-то еще мы вам покажем.